разросшей травами и цветами тропинки, я поднялся высоко в гору. И мне открылось серебро реки в утренних лучах солнца. Вышел Иванушка на крылечко красной весной. Иванушка! Да, Иванушка! Он разговаривает. В основу спектакля «Иванушка» легло произведение Ефима Чеснякова «Сочунушка». Сценическую версию для театра студии «Грань» еще при жизни подготовила Эльвира Дульщикова, режиссер-основатель «Грани». Премьера спектакля прошла в 2009 году, но в онлайн-формате его показывают впервые. Маленькая история для ребят от 4-5 лет. Причем постановочная компания совершенно изумительная. Мне кажется, этот спектакль действительно доставит вам при просмотре очень большое удовольствие. И я желаю вам хорошего вечера в компании спектакля «Иванушка», театр студии «Грань». Сценографию спектакля «Иванушка» подготовил Александр Хохлов. Авторские куклы и костюмы пошила Татьяна Рассказова. Музыку написали Александр Бердюгин и Екатерина Комалькова. Художник по свету Яна Железняк. Спектакль «Иванушка» до конца июня можно посмотреть в соцсетях и YouTube-канале, а также на сайте театра-студии «Грань». Елена Малютина, «События».